Сегодня Международный день КВН. Открытая алмазная лига вернулась с каникул. На сцене Мирного за путевку в финал боролись 4 команды чемпионов. Игра собрала полный зрительный зал. О самых ярких моментах полуфинала знает моя коллега из Алмазного края. Нынешний полуфинал собрал полный зрительный зал. 4 команды на сцене, 5-я в зрительном зале. Это жюри. Всех представили, теперь можно начинать. Поехали, поехали, поехали! Команда «Йотова Атоматофон» играет уже много лет. Ребята – участники сочинского фестиваля. В прошлом году им не удалось завоевать звание чемпиона открытой алмазной лиги. Но, судя по нынешней игре, КВНщики решили взять кубок. На этот раз во что бы то ни стало. Ты просто женщина, которая выходит из-за кулис! И не просто женщина! Марина! Она женщина, которая всечет! Участницы женской сборной «Голова не болит» утверждают, юмор, как и логика, делится на мужской и женский. И в этом, как говорится, фишка команды. Ты бросил меня, ты бросил меня, ведь ты чемпион по метанию копья. В конкурсе небольших заготовок «Карапуль» команда, в конце концов, чемпион прошлого сезона, уступила соперникам. Не обошлось и без шуток об алмазной провинции. Обманутым дольщиком новостройки напротив Олимпа посвящается. Здравствуйте, вы продаете квартиру в ипотеку в чистовом варианте? Да, слушай. А в чистовом это как? Слушай, это чисто. Еще ни фундамента, ни стен, ни дома, ни проблем. Брать будешь? Специально к полуфиналу команда «Треста Алмаз Автоматика» написала песню. Генеральный продюсер медиакомпании «Алмазный край» пообещал пустить ее в ротацию на радио. Финал открытой алмазной лиги КВН прошли команды «Йотова Атоматофон» и женская сборная «Голова не болит». И тут не обошлось без сюрпризов. Действующий чемпион лиги, сборная, в конце концов, также сразится за кубок. Финальная игра КВН состоится в декабре этого года. Ксения Исламова, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».